За что был задержан сотрудник полиции? За вымогательство денежных средств в размере 300 тысяч рублей у Александра. Чтобы к нему никто не подкатывал, чтобы у него было все хорошо. Следственными органами УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. У сотрудников полиции есть основания полагать, что фигуранты причастны к ряду аналогичных преступлений. Все, кто стал жертвой злоумышленников или обладает какой-либо информацией о противоправных действиях, просим обращаться в правоохранительные органы по телефону 31 21 43 или 02. Также круглосуточно работает телефон доверия 799 855.